Глава Курагинского района Любовь Заспа провела совещание с руководителями управлений и структурных подразделений администрации района. Приглашены были и руководители подрядных организаций. Темой обсуждения стало прохождение уже ведущихся ремонтов объектов социальной инфраструктуры на территориях и определение потребностей в ремонте на ближайшее будущее. Руководители учреждений доложили о том, в соответствии с установленными сроками ведутся ремонты, как, например, ремонт спортзала центра ЗОЖ Артемовской школы. Была скоординирована работа всех служб для проведения заявочной кампании на получение субсидий для проведения ремонтов социально значимых объектов в районе в 2023-2024 годах.